Забавные вещи вы говорите, сэр. Послушать бы вас в другой раз. Когда я отправил на тот свет свою первую дюжину, моя матушка сказала мне: Джек, если ты в чем-то и виноват, то только в том, что не встретил Джек на своем пути Джек хорошего человека. Распиши, что ты у нас взял 50 тысяч. 40, Энди, 40. Считать-то я умею. И потом ни одна страховая компания не поверит моей расписке. Это если заранее не договориться с ее президентом. Деньги все любят. Запомните, джентльмены, эту страну погубит коррупция. Всего доброго, сэр. Как знать, может, наши дороги пересекутся.